В нашей стране, когда я слышу, что происходит в нашей стране каждый день, с утра до вечера, включаешь телевизор, смотришь новости, и у меня в голове эта фраза. Это тоже вторая фраза. Но первая фраза звучит у меня: я не буду это терпеть. Я не буду это молча терпеть. Я включаю телевизор, и у меня новость, что какие-то ребята с огромными жирными рожами вдруг почему-то посчитали, что они должны иметь право читать все, что я пишу в Телеграме. Это их государственная позиция. Мы власть. Нас охраняют эти автобусы. Классно, это серьезные полицейские. Поэтому
Я хочу вас сначала спросить. Вы 5 мая на митинг идете? Да! 5 мая! На какой улице вы будете? Как она называется? Лесная! Какая улица? Лесная! Какая улица? Лесная! Не ходите. Потому что если вы пойдете, то власть увидит, что много людей против коррупции. Не ходите. Если вы пойдете, они увидят, что даже несмотря на запрет, люди выходят против цензуры, выходят против блокировок. Пойдете? Я их убеждаю, они не слушаются. Давайте еще раз попробую. Пожалуйста, не ходите. И не кричите, он вам не Димон. Потому что вдруг вы это скажете. Ну правильно, Путин про вас говорит, вы неуправляемая и конструктивная оппозиция. Не хотите, потому что царь не хочет вас видеть на улице. Пойдете? Пойдете? 5 мая, Тверская, 14 часов. Россия будет свободной. Долой царя! 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 Спасибо, Дуров! 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 Одновременно вы готовы? Да! Давайте еще 10 секунд. 9, Дуров, 8, Россия! 7, Дуров, 6, 5, 4, 3, 2, 1, поехали!